В экологическом парке состоялся чемпионат города по лыжным гонкам, посвященный памяти Виктора Лаврентьева. Эти старты собрали 40 человек из Магнитогорска и Белорецка. За медали спортсмены боролись на дистанциях 30 и 20 километров. Свидетелем гонки стала наша съемочная группа. Считанные минуты до старта – идеальное время, чтобы подготовиться как морально, так и физически. Насколько бы подготовленным ни был спортсмен, участвовать в гонке без разминки нельзя. Высок риск не добраться до финиша вовсе. Лыжные гонки – это задействованы почти 80% мышц. Надо разминать все мышцы, начиная от рук, шеи, кончая ногами, потому что работаешь ногами, руками, толкаешь, все мышцы работают. Чтобы не потянуть, надо хорошо разогреть мышцы, чтобы они уже были в тонусе, и стартовать уже, чтобы мышцы уже были горячие, рабочие. Настраивать сердце, чтобы уже сердцебиение было подготовлено, уже был пульс немножко повышен, потому что когда старт, резкие ускорения, если сердце не размято и мышцы, то можно потянуть, надорваться. Последние приготовления закончены, каждый из 40 спортсменов готов показать, на что способен. Лыжным гонкам дан старт. С 1997 года эти городские соревнования посвящены памяти первого в городе мастера спорта по лыжным гонкам, столевара ММК Виктора Лаврентьева. Все эти 20 лет турнир выживал как мог, неоднократно менялась и площадка для его проведения, а в этом году, можно сказать, марафон вышел на новый уровень. Вот в этом году вышли на Шилево, случайно, можно сказать, дал команду и все, сегодня оделся с программ, выставил призы, выставил кубки, награждения. Ну, в общем, спасибо им большое. И сказали, что со следующего года марафон возьмут они под свою ответственность. Будут и рекламная, значит, программа идти, и обеспечение материальное, так сказать, этого марафона. На этот раз гонка велась в 5 возрастных категориях у мужчин и 2 у женщин. Представительницы прекрасной половины, а также самые возрастные участники, те, кому за 60, бежали 20 километров, остальные 30. По итогам соревнований лучшей среди женщин стала Светлана Бабичева. У мужчин на дистанции 20 километров победу одержал Сергей Гусев. 30 километров быстрее всех преодолел Евгений Ткачев. Павел Брусенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.